О, зубы прорезываются в два ряда. Впереди это молочные зубы, вторым рядом за ними прорезались постоянные. Так иногда бывает. На данном видео зубы были удалены. Вопрос зачем? По росту постоянных зубов видно, что они только недавно прорезались. Обычно мы даем 2-3 месяца для самостоятельного раскачивания молочных зубов. В большинстве случаев так и происходит. И удалять такие зубы нужно только если за 2-3 месяца у вас не получилось расшатать их самостоятельно, либо же если зуб уже шатается настолько, что ребенок его не может трогать. И не стоит переживать по поводу положения постоянных зубов. После того, как молочные зубы будут либо расшатаны, либо удалены, через 2-3 месяца язык самостоятельно, оказывая давление на эти зубы, поставит их в зубной ряд правильно. Так иногда бывает, просто постоянные зубы начинают прорезываться мимо молочных зубов. Это может случаться, когда места в зубном ряду хватает, и тогда действительно после того, как молочный зуб будет убран или вы его сами раскачаете, постоянный встанет на место. Но если присутствует дефицит места в зубном ряду, то даже удаление молочного зуба не приведет к выравниванию постоянного, и без ортодонта вам не обойтись.